начинаем КВН. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Этого ждали с нетерпением и орловчане, и люди, стоящие на сцене. 5 команд. Такая история, новые кадры, сборная ребят, команда имени Тургенева и гости из Курска, Юзефина. Одержав уверенную победу в полуфинале, финал представился непростым. Конкуренция слишком высока. Мы должны быть только первыми! Не тех первых ты собрал, парень! Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов, разбили пункта, проклятых конкурентов. В борьбе за первое место и денежный приз 50 тысяч рублей, все средства хороши. Визитная карточка, музыкальный биатлон и домашнее задание. Были шутки и про студенческую жизнь, и про проблемы города, и про губернатора, который, к слову, сидел в жюри. Я из Сыктывкара, это не мой губернатор. Я вообще из Курска, это не мой губернатор. Так это что, только мой губернатор? Часа смеха и веселья. И вот подведение итогов. 3-е место и сертификат 30 тысяч рублей достались команде сборной Курска «Орла» и Сыктывкара. С минимальным отрывом от победителей команда «Новые кадры» заняла 2-е место. 1-е место за такой историей. Огромное спасибо всем участникам, потому что было не просто весело и задорно, но было очень приятно смотреть на то, какие вы умные, не двоечники. Магистры нам такие нужны, на самом деле. Такой юмор настоящий, который про нашу жизнь, он цепляет. И вот это, наверное, самое главное. Ребята, ну хоть один из местных, но мы вместе. Тогда вдвоем будем уже дальше двигаться. Ребята, юридического института молодцы. Я, если честно, один раз участвовал в КВН. Кстати, победители финала открытой лиги КВН не так давно выиграли престижный турнир Юго-Западной лиги Международного союза клуба веселых и находчивых в Курске. На родной сцене ребята успех закрепили. По их словам, к этому дню готовились весь текущий год. Мы как бы исходили из концепта нашей команды, то есть история России и все такое. И СССР, вот у нас такая советская тема получилась. И мы хотели красивую финальную точку, чтобы у всех душа развернулась, потом свернулась, и все были счастливы. Наталья Чунина, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной».